Представьте себе, что у нас есть выпуклое тело, которое в трех ортогональных проекциях, то есть на горизонтальной плоскости, на одну стену, такое, выглядит точно так, как шар. То есть проекция – это круг. Скажите, пожалуйста, обязательно ли этот шар? У выпуклого тела даны три проекции. Это круги. Обязательно ли это тело шар? Нет, почему? Можно взять шар, да, и его разрезать по этим плоскостям, проходя через центр. Да, что? Получить такие три круга. Ну и, соответственно, как-нибудь области, которые находятся в этом месте. Можно селезать ее общую часть? Ну да, если вы, так сказать, если вы занимались стереометрией, то вы знаете, что когда берем пересечение трех цилиндров с своими перпендикулярными осями, проходящими через одну точку, то пересечение является довольно хитрой поверхностью. Ну. Да, но даже это можно применять. Можно взять три. Три этих самых круга. Больших круга. Три больших круга. И что дальше? Ну, и вот. И дальше можно остальную поверхность на самом деле менять. А нельзя просто взять из шара сделать? Вот здесь у нас шарик. У этого шарика есть точки, которые видны на проекции. Вот, скажем, экватор при проекции на горизонтальную плоскость, правильно? Или вот это вот, как это называется, клинический меридиан, или как, да? Такой. И перпендикулярные ему. Замечательно. А берем любую другую точку, которая не лежит на экваторе, не лежит на этих двух вот меридианах. Она же на проекции не видна. Поэтому в этом месте можно чуть-чуть отрезать или наоборот чуть-чуть нарастить. От этого ничего не изменится. Согласны? В этом месте можно на шаре чуть-чуть надавить или наоборот чуть-чуть больше. От этого ничего не изменится.